Россия направит излишки урожая 2017 года в нуждающиеся страны в качестве гуманитарной помощи. С таким предложением еще в начале марта к Владимиру Путину обратился глава МИДа Сергей Лавров. Всю весну в Минсельхозе, в Минфине и почему-то в МЧС прорабатывали вопрос об объемах этой самой помощи и о том, куда ее направить, и вот он практически решен. По разным данным, от 50 до 70 миллионов тонн нашего зерна получат в качестве подарка страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ. Вы знаете, я так рад! Да что там рад, счастлив, просто неважно, что наши старики по помойкам лазают, теперь уже не только старики. Кстати, важнее ведь другое, чтобы африканские детишки и слоны не голодали. Начинаем! И это, к слову, не единственная положительная новость. Вы все, конечно же, знаете, что в стране уже несколько недель подряд в цене растет бензин, причем сумасшедшими темпами. А что это значит? А значит это, что вслед за бензином подорожают и товары народного потребления, то есть все, что продается в магазинах, ну а после и остальное. А еще возраст выхода на пенсию с 1 августа повышать собираются, вопрос этот тоже практически решен. В общем, нет повода не поаплодировать, единственное, что повышаться не будет, уровень доходов граждан. Просто денег нет. Правда, нефть в цене подросла, но, господа, это уже не про нашу честь. Без нас есть куда потратить такие излишки. Куча олигархов пострадала из-за санкций, и им сейчас помощь-то нужнее. Он уже и Дерипаска придумал, как ему помогать нужно. Коммерсант опубликовал предложение Олега Дерипаски правительству, которые могут позволить ему пережить введенные против него санкции. Суть предложений вполне тривиальна. Нужно повысить тарифы на электроэнергию для населения региона, так как оно платит почти в 4 раза меньше, чем в среднем по стране, а также убрать надбавку в тарифах для предприятий самого Дерипаски. Это позволит ему сэкономить и получить доход, так как электростанции региона и так принадлежат ему. К слову, это еще не все. Таких вот пострадавших, как Олег Владимирович, поддержат также денежкой из бюджета в виде субсидий, подозреваю, беспроцентных, а может и безвозвратных даже. Вообще забавно, конечно, согласитесь. Так вот, если задуматься, что делает самый обычный бизнесмен, когда у него случаются проблемы в бизнесе? Когда нужны деньги на развитие, на спасение активов, на поддержание штанов, в конце концов, правильно, ищет инвесторов или идет в банк за кредитом, и это нормальная практика, причем не только для нашей страны. Подобным образом предприниматели во всем мире действуют. А как поступает российский олигарх из числа приближенных? Да просто освобождается от налогов для начала, а затем и лезет в карман к народу нагло так, бесцеремонно, и это нормально. А это реальная журналистика со свежими новостями с плантацией. Поехали! Ну и давайте теперь рассуждать логически. А что же народ? Как он-то себя ведет в данной ситуации? Его ведь вроде как грабят. Ну, хорошо, грабят — слишком жесткое выражение. Не грабят, а не учитывают интересы простых граждан, скажем так, в угоду кого-то там. По идее, во всяком случае, повторюсь, если рассуждать логически, народ при подобном раскладе должен начать бунтовать или хотя бы выразить каким-то образом свое фи, и бинго. Я наконец это увидел. Народ наш реально начал бунтовать. Кадры, которые я вам сейчас покажу, отнюдь не новинка для пользователей соцсетей, они там уже несколько дней гуляют. А вот те, кто с Рунетом на «вы», будут приятно удивлены. Итак, 30 мая, Екатеринбург, фрагмент съемок настоящего русского бунта, который случился в тот день в уральской столице. Внимание на экран. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам восстановить конституционное право на жилье. Помогите нам. Помогите, пожалуйста. Помогите нам, Владимир Владимирович. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Пожалуйста, помогите нам. Господин президент, помогите нам! Воистину, бессмысленный, беспощадный, аж дрожь пробирает. Напугали так напугали люди чиновников. Кстати, в том же Рунете уже мемы по поводу этой истории появились. Один из них, пожалуйста. Сопровождается высказыванием великого русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина.
Любят русские люди бунтовать. Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы. И ведь знают, что бунтуют, но все равно стоят. Честно, а лично у меня жалости к этим моим согражданам нет, напротив. Кроме отвращения, подобные поступки ничего вызывать не могут, но это в моем понимании. Но еще противнее стало, когда данная картинка попала в иностранную прессу, и нас теперь там высмеивают по полной гайке, не только их, вот этих, но и меня, и вас, и вот вас. Пишут, сразу видно все русское величие. На бис вам еще раз хочу это показать. Знаете, мне всегда казалось, что человек, если он человек и гражданин великой страны, он не на коленях стоять должен. Он должен и имеет право идти и требовать привлечь к ответу обидчика. Куда? В прокуратуру, в суд, в мэрию, к губернатору, к депутату, за которого голосовал. Они ведь слуги народа для этого и существуют, чтобы решать проблемы граждан. Да на улице выйти, в конце концов, если вас не слышат. Но нам же проще трусливо всплакнуть, унизиться. А еще очень жаль, что в современном мире больше нет такого понятия, как дворовое воспитание или дворовое. Иначе все эти ущербные знали бы, тот, перед кем ты унизился однажды, будет унижать тебя постоянно. Кстати, о депутатах. А ведь всего-навсего через 3 дня после теперь уже знаменитой акции унижения екатеринбуржцев в стране прошел праймериз крупнейшей партии «Единая Россия». Ну, это когда за кандидатов в депутаты от этой партии простые граждане голосуют за кандидатов, повторюсь. То есть, по задумке, люди сами выбирают, кто станет их кандидатом на ближайших выборах. Так вот, в Екатеринбурге праймериз тоже проходил там, потому что в Думу в сентябре выбирают. И знаете, что самое забавное? Ни один из претендентов на высокую должность слуги народа ни словом, ни полсловом не обмолвился о произошедшем 30 мая ужасе. Это вообще, по-моему, напрягло меня до нескольких моих коллег. Простых граждан, кстати, тоже это позорище никак не задело. Они стройными рядами пошли на участки. Избирателей, к слову, был вал. Впрочем, я думаю, отнюдь не потому, что в людях проснулась гражданская сознательность и желание что-то исправить. Старая добрая схема. Карусели, сгон бюджетников, подкуп. Вот подвезли очередную партию народа. Все на выборы. На очередной машине. Вот пацаны крутят, братва. Вот. Сколько людей идет. Всех подвезли сейчас на автобусе. А еще какие-то алкаши и пофигисты толпами шли голосовать. Первые за бутылку сивухи, вторые, потому что пофиг, лишь бы потусоваться. Гопники за сиську пива, но самой твердой валютой в плане волеизъявления по-прежнему оставались 300 рублей. Кстати, а вот так выглядели агитаторы-кассиры, которые раздавали лавэху голосовавшим за нужного кандидата. Простите, но в данном случае только слово лавэха и подходит. Вот на вот этой вот машине агитируют за Смирнова. О-127, ВН-96, регион. Ну, молодые люди работают. Фотка, не, не. А? Видео снял. А? Видео снял, а чё? Для чего? А? Для чего? А, ты чё? Ну чё? А зачем снял-то? Надо, значит. Ну так для чего? У тебя какие-то претензии? Да, конечно, на машину ты снимаешь. Почему твой звон? Дурак, что ли? А с другой стороны, ну, с гопниками, пофигистами и алкашами хотя бы понятно все. Этих грех не использовать в политических игрищах, а что, дешево и сердито. И по этому поводу единороссам я даже аплодирую. Но там ведь были, повторюсь, еще и нормальные люди, которые за 300 рублей. Господа, что тогда жаловаться-то? Вы ведь сами за эти 300 рублей себя на колени ставите с удовольствием. Ну, в сентябре еще рублей 500 накинут, ладно. Тогда и продолжайте стоять на этих коленях и сопли не пускайте. Для вас это самое естественное положение. Ладно, все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в YouTube, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, не стесняйтесь на канал подписаться.
Не забудьте, в соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать. В друзья сообщества добавляйтесь, да, мы теперь в телеге есть. Темы предлагать не забывайте, поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока.